Здравия, соратники, кратенький обещанный обзор, даже не разбор на фильм «Пчеловод» рекомендую посмотреть, все открыто, тут прекрасно все, и циферки замечательные, и много кодов 9.11 и 11.6, и сама идея, что есть некий пчеловод, который почему-то Мистер Клей, тут все зара. Адам Клей. Адам — это первый, как бы, отсылка к имени, у которого умерла мама. Ну, понятно, что они иначе не могут, одноглазики, которые роевые, которые же тайные общества, которые сейчас глубинники, которые же глобалисты, скажем так. Одно роевое-вирусное сознание, о котором я твержу уже даже в открытую с 18-го года. Как минимум, скажем так, вообще глубоко в этой теме с 2012 года, но неважно. Кто смотрит канал Цельнозор, ты понимает, о чем я. Кто не понимает, смотрим канал Цельнозор сначала. А тебя для вязчего понимания того, что происходит сейчас, поскольку у них известный принцип, что вижу, то пою, но плюс программа и желание переиграть, они заложили вот такую программку с целью сделать так, чтобы нашим сознанием мамаша выжила каким-то образом, хотя она уже померла, так померла. В фильме у них, как всегда, некая шизофрения, две мамаши. Немножко посмотрим трейлер, потом я объясню, какие связи. В этом фильме прекрасно все, и циферки, и сама идея, повторюсь. Какой-то бывший пчеловод, который уже бывший. Кто бы это мог быть? Херачит всех насквозь весь рой до по самую королевишну. Немножко глянем обзор, их обзор. Трейлеров несколько. Один 2.33 длительностью, другой 3.03. Росло сорняками, но вы возродили это место. Мы с миссис Паркер дружим. Символизм просто зашкаливает. Вы видели хоть одного пчеловода, который вот в таком костюме с такими сотами ходил? Жили. Она единственная, кто заботился обо мне. Но он уже на пенсии. Он как бы был в рое, но уже не в рое. И циферки замечательные. 2023. 108 тут вот. 3 и 5, 4 тоже девяточка. Ну и так далее. У меня... И тут циферки замечательные. Три пятерки — это 15, шестерка, 6, 1. И либо отнести вот к этой коллекции, к пятерке. Ну, в общем, тут интересно. Можно даже так. 1, 8 — это 9. Тут 5, 2 восьмерки. И вот эти три пятерки. А тут 5 и плюс 1, 6 и 3 девятки. В общем, замечательно. Номер заправки 6. Выскочило сообщение. Там далее будет. Не, мол, что-то не так с компьютером. Да, мэм, мы поможем. И тут было тоже все замечательно. 206, 116 и так далее. Бум! Вчера она застрелилась. Это частная собственность. Знаете, что они здесь делают? Обманывают самых незащищенных. Считаю. И тут бывший пчеловод, который, как известно, бывший, ну, бейкипер, держатель пчел. Но держатель может иметь двоякое значение, либо он держит некие правила, по которым живет рой, идет там отсылка, что все общество — это как бы рой. И тут один такой выискался, когда весь рой идет не туда, он немножко исправляет, физически вырезая в первую очередь матку, если она дает гнилое, плохое потомство. Но тут выясняется в конце, когда он дошел таки до королевы роя, до матки, что она-то ничего и не знала. Удивительно, да? Как так? Это все ее дети. Но кто ее дети? В реальном рое пчелином все пчелы ее дети. И все пчелки — это самки. Рабочие, имеется в виду. До трех. Раз, два, три. Yes. Ну, кроме там вот. Ага, вот сейчас он на фоне фрактальности некой, да?
То есть отсылки просто. Этот фильм, кроме драк, можно смотреть покадрово, а в драках интересные циферки мелькают. Рекомендую посмотреть, продумать самостоятельно. Отсылки великолепнейшие. Что за бородатый чувак там тут прошел насквозь, но почему-то отпустил мамашу, даже не знаю. Потому что в реальности чувак мамашу никуда не отпускал, даже наоборот. И отражение идет даже на, скажем так, тонком плане, потому что структура некоего вампирического сознания-создания, аура, скажем так, уже отторгает человеческие, естественные тела и структуры. Примером тому мы видим королевская семья. Вслед за королевой сейчас направляется, как я уже говорил, не один раз самый краткоживущий король. А несмотря на возраст, у него определенное заболевание. Ну, что делал этим органом там этот вампирское образование? В общем, прилетела карма. Что он делал, то и у него появилось. И тем именно там, где он. Через что все и происходит, весь вампиризм у них. То же самое у Кейт, определенные заболевания по-женски. Кто не в курсе, изучаем. Информация уже была, потому что если есть что-то уже сейчас на тонком плане, принадлежащее не людям, то все человеческое уничтожается, отторгается, а нет, скажем так, ауры органа, и нет самого органа, он отмирает. И это происходит со всей верхушкой, у кого такая вот, скажем так, энергетика. Поэтому этот фильм знаменателен и интересен. Он объемный, он показывает все, что происходит с Роем на физике и не только. Наслаждаемся трейлерами. Трейлеры тоже замечательные. А фильм можно посмотреть на любом торренте. Поиск вам в помощь. Спалю эту контору. Может, вышвырните его? Значит, это сделал один человек? Вот. Дело дрянь. Пчеловоды — это специальная сверхсекретная программа. Я защищаю Улей. Когда система... И показали реально некий муравейник. И перекресток. Крестик. Крестик этому квадратику там очень хорошо. Много чего показано. И фасеточное зрение. Замечательно. Когда система ломается. И квадратик хорошо показан. Он сначала вертикально, а потом под углом. Но это, то есть, а значение уже немножко другое. Крестиком настал, в сути. Я чиню ее. Для этого есть законы! А когда они подводят? Что за чинитель такой за улья? Да, тут и один глазик. И фасеточное зрение, и сотые, и циферки, все, чем они думают, все, что они любят. Есть я. Он мне пальцы отрезал. А, не надо, брат! Ну, драки можно упустить, тут мало ничего интересного, хотя Джейсон Стэтхэм и в них шедеврален. Нет, надо. И фраза, что ты всего лишь человек, когда он с одним усовершенствованным чуваком, неким киборгом дрался. В общем, я, как всегда, вижу тут документалочку классическую, да, и даже этаж, вот когда он с ним дрался, вот с этим чуваком. Деньги разлетаются по всему. Тут этаж определенный, шестой. Так здесь не просто людей разводят. В другом, видимо, клипе это есть. Сейчас постараюсь найти. В общем, смотрите самостоятельно. Все, что надо, я сказал, для тех, кто понимает, а те, кто не понимает, ну... Можно говорить тысячи раз, и все будет без толку. Циферки там тоже все говорят больше, чем нужно практически.
в открытую на их цифроязыке. Да, вот шестерочка. Медом он, получается, неправильным их тоже уничтожает. Казалось бы, глупость, типичный боевик. Идиотский, как и фильмы Marvel. Тоже всего лишь комиксы. На самом деле это очень-очень глубоко символично. It's flammable as fuck. Oh no. То шестерка в кадре, то 5-6, то тут 5-7-2, 5-9 и еще 4 в совокупности определенные циферки. Кто хочет, считайте, изучайте. Они показывают все замечательно. Добра, соратники, думаем, понимаем. Ищем совпадения, если они бывают. Да, и руны тут замечательные. Даже вот тут. Думаем.